Здравствуйте! Вы на канале «Простая кухня для вас». Сегодня я буду готовить капустный пирог на заливном тесте. Для приготовления мне понадобится капуста, мука, кефир, сметана, разрыхлитель, яйца, сахар, соль и лук зеленый. Мелко шинкую капусту. Капусту посолю. И пожму ее. К 3 яйцам и 1 белку добавляю сахар, соль, перемешиваем. Вливаю кефир. Добавляю сметану. В муке добавляю разрыхлитель, перемешиваю, и просеиваю ее. Мелко нарезаю зеленый лук. Добавила его к капусте и перемешаю. На дно формы постелила пергамент, смазала форму сливочным маслом, выкладываю капусту. Теперь выливаю тесто. И аккуратно все перемешаю. К желтку добавила сметану. Все хорошо перемешиваю. И выливаю сверху на тесто. Пирог сверху можно посыпать кунжутом. И убираю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 60-70 минут.
Через 70 минут пирог готов. Приятного аппетита и до новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте лайки.